My friends, всем привет, с вами канал Кубик Рубик и игра Аркейдж, и с нами Колдун, как всегда. Сегодня мы проверим, недавно было у нас такое проверочное видео насчет алхимии, выгодно ли скрафтить в данный момент, в данном патче баночки разные. На защиту я не трогал, потому что у меня ресурсов особо на них нету, их не знаю, довольно хорошие у них по цене ресурсы. А вот баночки на хп, на ману мы проверили, и вполне можно крафтить, и выгодно даже в некотором смысле. Ссылочка будет на это видео также под описанием, или просто ссылка будет на видео, на него. Но сегодня проверим, хорошо ли крафтится и выгодно ли крафтится у нас еда. Все любят поесть, поэтому в игре тоже все любят поесть. Особенно это делается на рейдах. Все очень любят обжираться просто в рейде. Некоторые просто обжираются по три, скажем так, строки. И просто очень сытые бегают в рейде. Приступим. Не буду долго ждать. Гоу. Итого у нас получилось, конечно, не 438, а 120. Я смотрел по критам, и у нас получилось 120 супа и 20 халявных. В принципе, это маловато, честно говоря, но 20 единиц это довольно неплохо, скажем так, считая от нуля, если просто 100 штучек делать, учитывая то, что мы берем просто ресы и из них делаем. Выгодно ли вообще скрафтить, если тупо купить все ресурсы и скрафтить, не учитывая на очки работы, а потом даже если учитывая очки работы, затраченные на крафт, допустим, супа или завтрака троллем. Так, итого получается на 10 вот таких вот супов нам понадобится вот эти вот ресурсы в таком количестве, плюс злаки и плюс ячмень, нужны для 10 супов, для 10 тарелочек супа, которые восстанавливают нам ману. И смотрим, сколько они стоят. 40 серебра, то есть 48. 58, где-то 60, ну 70, 75 серебра, тут где-то 78 или 108 серебра, то есть gold 10, и здесь gold сюда 4 и 5, где-то, грубо говоря, 5 голды. И смотрим, так, зачем скрыл, и смотрим, сколько у нас стоят эти супы. 500 голды 100 штук, убираем 2 нуля, получается 10 штук, 5 голды. Все тет на тет. Что вы купили ресурсы и скрафтили, вы получите те же самые супы. Если учитывать даже и очки работы, которых тут нужно 100, если не ошибаюсь, а я ошибаюсь. Стоит она ману. Их нужно 30. То есть 30 очков работы на один вот этот вот раз, скажем так. Не знаю, мне кажется, это вообще ничего. Поэтому тет на тет. Вы можете просто купить ресурсы, скрафтить, и у вас будет суп. И при этом появляется плюс. Плюс тот, что критуют на таких вот, скажем так, домиках. И вы получите еще плюс 20 штук. Если будете много, имею в виду, делать, вы получите крито. Ну, если вы, допустим, будете одну вот взяли вот столько вот ресов, там, один финик, там, три розмарина и так далее, на один раз, на 10 этих супов, вам критануло, вы получили еще
10 супов получается в сумме 20, потому что вам кританула. И вы, получаете, халявно заработали еще 5 голды. Или халявно 10 этих супов еще заработали. Вот есть такой плюс. Конечно, на этом я не останавливаюсь. И сейчас буду крафтить другие вкусняшки, другую еду, которую буду я также в рейде есть. Есть любят все. Вот у меня апнулось ремесло. Я думаю, поднимать ли его или нет. Я не буду. Даже в связи с обновлением, там уже поднимет уровень, который нужен будет. Уровень ремесла, который нужен будет для крафта вот этого всего. Как поднимет? Тут его нету. А он будет. Поэтому, чтобы скрафтить вот этого любую еду, нужен будет определенный уровень этого ремесла. Ремесло у нас кулинария, значит, и кулинарии понадобится для крафта. Поэтому советую сейчас поделать, скажем так, или купить себе чуть-чуть про запас всякой пищи перед обновой. Не вот это, которая будет четверг, а 3.0. Так, давайте еще раз сделаем. ХП, остальное сделаем на ману. Вот у нас получается 120 пунши на ману. Да, на ману. И долгий косы нектаров на здоровье 50, то есть нектар у нас не кританул, а из 10, точнее из 100 уже пунши у нас получилось 20 халян. В принципе, такая же картина, как и на мане. То есть 1/4 видео вы получаете. Но тут не сработало. Видимо, 6-й раз точно был бы критовым. На ХП у меня не удалось критануть, крит получить. Окей. Так, я вынес все ресы, которые нужны для 10 баночек таких вот с чаем. Чашку чая мне, пожалуйста. И все перед рейдом садятся все вместе, кто в кружочек, кто рядышком, можно, кто принес с собой стул, и выпиваю чашечку чая перед хорошим мясистым рейдом с хорошей перед хорошим замесом. Все выпивают чашечку чая, даже враги некоторые приходят и выпивают чашечку чая перед боем, скажем так. Нектар, чтобы сделать 10 таких нектаров, нужно вот эти вот ресы их вынес и 34 стока. Также я посчитаю и расскажу, выгодно ли это или нет. Погнали. Лимон 1.5 голды, то есть дальше 2.25, 4.50, 3.50, 4.20, 4.20 и у нас 6.20. Это получается 10 баночек на ХП. Не последний, еще раз напоминаю, а нектар долгой косы. Вот эти вот 10 штучек стоят 13 голды. А я посчитал ресурсов на 5 голды, то есть даже выгода их крафтить. Есть вопрос, почему они стоят так дорого, да? Интересно, сейчас еще раз я проверю. То есть 2 меда, 6 граната, 6 банана, 6 лимона и 34 сока. Да, все верно. То есть, ребят, эта ситуация на Ирнарте, такая ситуация, точнее, с ценой на вот эти ресурсы на Ирнарте. Возможно, и у вас такая же, кстати. Не знаю, не думаю, что такая уж прям разница есть. Но вы сами можете посчитать, что это в 2 раза минимум дешевле сделать и скрафтить себе, учитывая то, что тратится на это 100 очков работы. Одна банка имбирного
имбирная. Получается имбирь. Если даже учитывать очки работы. Одна баночка стоит 55 голды. То есть 5 голды будет 5,5. Будет стоить вам эти 100 голды. Ой, фу, 100 очков работы затрачены. Значит, 5,5. Сколько там у нас было? 6, 20 что ли? 11,70 получается. То есть 11, ну 12, и получается все равно чуть-чуть дешевле. То есть баночка сама вот эта 10 штук. 10 штук стоит 13, а там 12. То есть даже если вы учитываете очки работы, это все равно даже окупается. Плюс, если вам кританет и вы получите еще 10 бесплатных, то на это естественно плюс в 2 раза. Ну и под конец нам 2 раза повисло. Получается, я сделал 10 и, скорее всего, 16 всего. То есть 160 или даже 150. Скорее всего, 160. То есть, ну, минимум 30 баночек у нас пунша халявных. Если, мне кажется, 40. Ладно, на этом все. Следующее видео, возможно, я покажу, выгодно ли скрафтить будет защитные баночки, то есть на сопру и на защиту, и расскажу один секрет, как и что нужно делать с этими банками перед 3.0, перед версией Archeage 3.0. кто досмотрел до конца, молодцы, вы в следующем видео точно уже узнаете одну хитрость, которую я лично буду делать, и на это уже начинаю собирать, и что посоветую сделать вам. Также об этом будут комментарии под тем видео, которое будет выпущено мною. Ждите видео следующего насчет этих баночек защиты, оно будет интересно, там будет интересная информация насчет 3.0. А так, всем пока, всем до завтра. Подписываемся, ставим лайки. И что вы думаете о крафте еще раз на этом доме? И да, у нас пошла чуть похуже, чем баночки на хп. Баночки на хп и на ману. Восстановление вот эти вот, только почти вот они, нас ушли на ура. А хп сегодня у нас, видимо, что-то не очень. Ладно, еще раз, всем пока.